сорт сверхострого перца Риппер шоколад. Это Каролина Риппер, шоколадный вариант. Она имеет такой же хвостик, как у красный Риппер, но только он немножко меньше. Вот такие вот красавцы шоколадного цвета. Вот они могут быть вот такие вот, с такими хвостиками. У некоторых бывают хвосты чуть побольше. Вот такие вот. Этот сорт тоже сверхурожайный. Вот такой небольшой кустик. Если посмотреть, здесь высота кустика, ну, не превышает, наверное, сантиметров 15-20. Этот сорт относится к виду Capsicum chinense. Это сверхострые сорта. Острота такого перчика такая же, как и у красной Каролины Риппер. От 1 200 000 до 2 200 000 сковелей. Это очень-очень острый сорт. Такие вот шоколадные стручки. Они имеют пупырчатую форму. Такие вот пожеванные все. Очень-очень красивые. С таким вот жалом. Вот он начинает созревать. Срок созревания такого перца от 200 дней. Если быть более точнее, это единственный сорт, который созревает очень и очень долго. Вот они только созрели. Вот еще один, если посмотреть, он, кончик у него зеленый. Он такого коричневого цвета, а должен быть шоколадный. Ну, часть как бы из них созрела. Очень красивый перец. И очень вкусный. Аромат у него просто бесподобный. Вот давайте посмотрим сблизи. Вот такой вот шоколадный вариант Каролина Риппер. Камера у меня плохо снимает. Ну, давайте, наверное, я чуть-чуть дальше отведу и покажу вам. Вкус у этого перца сладковато-фруктовый с оттенком корицы. И очень-очень-очень острый. Чем мне нравится этот сорт? У него такая же точно острота, как и у красный Риппер. Но плоды немножко крупнее. Если посмотреть, вот такие вот плоды. Более-более крупные. Все плоды, которые находятся в развилке, вот они имеют такую вот более плотную, более круглую форму, потому что питательных веществ им попадает больше, они начинают жировать, их начинает распирать. Все, что находится сверху, оно имеет, вот если посмотреть, примерно здесь. Давайте я покажу вам. Вот видите, они все с жалами. Вот так вот. Это кустик я уже собрал с него, перчики. Вот один кустик, вот второй кустик. Кустики очень миниатюрные, очень маленькие. Их можно легко выращивать у себя на подоконнике. Вот посмотрите, от земли. Вот моя рука, к примеру, высота куста. Очень маленький и очень высоко урожайный. И посмотрите, сколько на нем перцев. С той стороны там тоже висит очень и очень много. Так что такой перчик надо высевать на рассаду где-то с 8 января, потому что срок от высадки в грунт проходит от 220 дней до 270. Это очень-очень долго. Вот октябрь месяц, а он только начал созревать. Так что высевать надо пораньше. Раньше высевал чуть позже, и он у меня просто-напросто не вызревал. Вот такой вот красивый, смотрите, какая красота. Сверхострый. Если посмотреть по цвету, вот этот уже созрел полностью. Этот еще нет. Вот как он созревает. Зеленый, потом становится коричневый, потом меняется коричневый на шоколадный, потом шоколадный, а потом шоколад так, с краснотой такой, с красным оттенком. Такие вот красавцы. Плоды у них в много раз крупнее, чем у красного. Так что такой сорт
лучше выращивать, если вы будете готовить соусы. Вот такой плод, он в два раза больше, чем у красного варианта.